Дай Бог, чтобы молился целый день, весь день. Это значит, что я все время нахожусь в просьбе к Творцу обустроить мне силу или хисарон, потребность, если не силу, по крайней мере, потребность в отдаче. И как мне просить о потребности в отдаче? Из того, что я вижу, ее в товарищах. А что значит «есть в товарищах»? Нет в товарищах, но мы так играем друг по отношению к другу. И с помощью этого человек да поможет ближнему. Мы пробуждаем, мы побуждаем товарищей к отдаче, хотя у нас и нет силы отдачи. И с помощью этого мы просим у Творца, и Он дает нам. Вы должны даже записать себе этот процесс. Тут он не длинный, тут 2-3 этапа. И если вы работаете над этим, то нет проблемы, вы получаете свыше действительно силы, которые уже направлены на отдачу. Но надо быть в этом. И снова, все достигается силой молитвы, только силой просьбы. В нас нет ничего, только в молитве к Творцу. Но откуда я возьму потребность молиться к Творцу? Из окружения.